Всем привет! Сегодня второй день евразийского покерного тура в Казахстане. Как мы и обещали, Eurasian Poker Tour – спортивная серия. И поверьте, покер еще никогда не был настолько спортивным. В покере каждый сам за себя, а в футболе главная команда. Две неуступчивые команды. Ребята явно мастеровитые, молодые. И, в общем-то, видно, что в футболе очень много понимающие. Сборная Казахстана имеет право на замены, сборная России такого права не имеет, потому что не приехали некоторые заслуженные мастера. Сегодня тяжело бегается, прям задыхаемся, замены нет, к сожалению. Вот команда противников есть смена, им полегче, но с горем пополам, надеюсь, продержимся 15 минут, потом нас отделит, затащим. И вот сборная России в конце первого тайма забивает второй гол. Счет становится 2-1. Я первый раз с братьями играю. Да. Ну, мы еще пару дней потренируемся, мы их точно выиграем. Я за сборную Узбекистана, за братьев. За Казахстан, за братьев. Надо бегать, заниматься спортом. Завтра с утра футбол. Первый тайм сыграли немножко похуже, чем наши российские гости. Сборная России, будем говорить так. Но есть второй тайм, мы сейчас все исправим. Нужно же поддерживать спортивную форму. Поиграли сейчас в сауну, в бассейн поплавать. Отдохнем и снова в покер. Могло показаться, что все время мы проводим на стадионах и теннисных кортах, но на самом деле в турнирном зале творится что-то невероятное. За сутки до серии стартовал кэш и до сих пор ни на одну минуту не останавливался. По вечерам играет стабильно 10-11 кэш-столов, все гарантии в сайд-ивентах бьются, и уже даже стартовал крупнейший, один из крупнейших турниров в серии – чемпионат Казахстана по покеру. Say something, I'm giving up on you. Почему покер называется спортом? Потому что там нужны, в общем, физические данные, неузарядный ум, талант. Ну и, в общем, там далеко не все зависит от карт. Стремление к победе, наверное. Ну, человек развивается так же, как и шахматы. И люди могут обыгрывать друг друга, применяя навыки, развиваться в этой игре. Собственно, это и делает этот покер видом спорта. Дисциплина, обучение, постоянное развитие. То есть, если ты не будешь развиваться и бежать впереди остальных, то есть ты не добьешься лучших результатов. Логично. Ну, серия проходит замечательно для моих друзей, для меня, по крайней мере. Ну, вчера мы заняли первый ИТМ, то есть топ-3, то есть это все наши мои друзья заняли. Ну, сегодня будем стараться заиграть в чемпионат Казахстана пока в игре. Вечеринок провели за историю Poker Club Management, но вполне вероятно, что именно сегодняшний вечер войдет в топ наших лучших вечеринок. Мы под открытым весенним небом, в центре нашей вечеринки горит яркий веселый костер, и в нескольких чанах готовится вкуснейший глинтвейн. И я сожалею лишь о том, что камера не сможет передать всю душевную атмосферу этого вечера. Долгожданная весна. Есть повод, где можно встретиться, выйти, подышать свежим воздухом, тем более на такой территории, когда кругом горы, вода, сосновый лес. Новый круг людей, новые знакомства, новые эмоции. Конечно, очень приятно. Тепло от костра, согревает. Да, в целом очень приятно, очень круто, все дружелюбные. Вот, люди приятные, красивые, все улыбаются. Something I'm giving up on.
в самом разгаре. Много игроков, много столов, все столы заняты каждый день, много кэша, каждый день спортивные мероприятия, мафия, караоке. Мы делали последний раз турнир 2 года назад здесь в Астане, вернулись в столицу Казахстана. Приятно здесь снова оказаться, в этом курорте Боровом. Если вы еще не тут, приезжайте. Через несколько дней у нас стартует Main Event. Мы думаем, что будет много людей, будет хороший турнир. Мы рады всех видеть в Казахстане. Thank you.